Во-первых, как вы видите, ситуация очень катастрофическая. И через день это будет еще катастрофичнее, я думаю. Поэтому надо что-то делать. Гуманитарную помощь мы уже начали представлять через Красный Крест. Это мы будем продолжать это пока на несколько дней. Окей? То, что мы не хотим видеть, чтобы здесь образовалась лагерь. Этого мы не хотим этого сделать, чтобы лагерь образовался, потому что здесь условия не то. По решению, какое-то решение на этот проблем, выход из этого ситуации. И будем это дальше обсуждать в Минске. Как международная организация по миграции, мы очень обеспокоены нынешней ситуацией мигрантов и беженцев на границе между Республикой Беларусь и Польшей. И в частности, хотели бы призвать все страны, участников, чтобы обратили внимание на гуманитарный контекст данной ситуации и гуманное разрешение и урегулирование ситуации. Но также хотели бы обратить внимание, чтобы гуманитарная помощь и гуманитарное содействие происходило с учетом индивидуальности каждого человека, с учетом прав человека, а также с учетом международной защиты этих людей.